Готовы? Нет. Все. Готовы? Куда же ты перевернул? Нельзя было переворачивать? Не, можно перевернуть, не страшно. Самое главное, ты положил картинку вверх и накрыл крышкой, да? Окей, теперь смотри. Ты смотришь мне в глаза, думаешь о своей картинке, а я буду читать твои мысли. Договорились? Ты ее запомнил? Точно? Окей, поехали. Думай вначале о цвете картинки, а потом думай о том, что было на картинке. Мне кажется, сделал такую фиолетовую палочку волшебную на фиолетовом фоне и вокруг было волшебство. Давай проверим, что это было, да? Такой фокус называется «Чтение мыслей», он представлен вот в этом как раз таки маленьком наборе. Такой набор стоит, если я ошибаюсь, сейчас вам скажу точно, 199 рублей. По-моему, 199. Да, 199 рублей стоит такой маленький фокус. Смотри сюда. У меня есть три таких латунных крышки, давайте еще раз покажу вам. То есть они вот пустые у меня, то что ж такое? Три латунных крышки и колечко. Смотрите, давайте сделаем так. Здесь сейчас появятся монетки из ниоткуда. Просто делаем такой щелчок, вуаля, и там появится несколько монеток, да? Теперь давайте возьмем, накроем эту крышку. Положим сюда монетки, накроем их крышечкой. Если ты хочешь посмотреть, ты можешь встать вот сюда, вот, и отсюда будет лучше видно. Сделаем такой волшебный жест. Покрутим его вот так вот, и они исчезли отсюда. А где же монетки у нас появились? Они появились вот здесь вот. Теперь давайте положим вначале сюда колечко, положим монетки, накроем их крышкой, сделаем волшебный жест, и они у нас испарились. Упс. Магия. Вот. На самом деле, такие фокусы, они представлены у нас вот в этих наборах. Там идет DVD-диск, точнее не DVD-диск, там идет обучение через... сайт, ссылку на сайт, и там идет видео обучение, как делать такие крутые трюки. Вот, здесь всего 50 самых крутых трюков, которые есть вообще в мире, они представлены от Marlins Magic, это коллекционный набор. Стоит он 1999 рублей, идет детям от 8 лет. Какие же здесь есть фокусы? Фокусы не только с монетками, есть фокусы исчезновения молоточка, знаете, которые кладут в руку, делают такой волшебный жест, он исчезает. Фокусы с картами, которые я сейчас вам покажу, если вы заходите. Вот, сегодня 50 фокусов. Добрый день. Покажите еще. Покажите, показывайте. Нет, к сожалению, не показываю. Вот, ну он тоже не видит крутой фокус. Да. 599. Смотри сюда, у меня есть колода карт, кто из вас будет играть? Давайте оба, мы договорились. Давай вначале ты будешь первый. Знаете, тоже сюда, вот, чтобы вам всем было видно. Смотри, я вот так показываю вам колоду. Видите, это обычная колода карт. Теперь я ее буду вот так вот перемешивать. Твоя задача сказать слово «стоп». Договорились? Слово «стоп». «Стоп». Скажешь? Или любое слово, какое хочешь. «Стоп». Окей. Громко так скажи. Я перемешиваю, ты говоришь «стоп». Поехали. Сейчас, вначале я перемешиваю. Возьми карту, покажи всем, кто здесь стоит, чтобы они ее увидели. Все до единого. Все увидели карту? Да. Точно? Клади ее обратно, прям сверху положи. Смотрите, я вот так ее выдвину, чтобы мы ее не потеряли, накрываю ее остатками колоды. И сейчас я верхнюю карту пытаюсь превратить в вашу. Раз, два, три. Ваша карта? Твоя карта? Нет, точно? Меня никто не обманывает. Уверены? Может, я ошибся? Ну, накрой твою рукой эту карту, прям полностью, сильно прижми, чтобы она никуда не убежала. И на всякий случай ты тоже сюда положи руку. И ты тоже можешь положить сюда. Окей, смотрите, вот ваша карта, которую вы вытянули, когда захотели, да? Я накрываю колодой ваши руки, делаю волшебный жест, карта проходит сквозь ваши руки, и та карта стала ваша, открывайте. Ваша карта? Да? А давайте попробуем сделать еще какой-нибудь фокус, смотрите. То есть у нас обычная колода была. Представь, что в этой колоде появилась еще одна ваша карта. Можете представить? Их стало 42. Давайте на счет 3. Их стало 2. А 3 карты можно сделать, нет? Опс. А 4? Давайте 4 попробуем, может быть 5. А давайте всю карту, колоду карт сделаем вашу. Все карты до единой будут ваши в этой колоде. Верите в это? Представьте, все карты тройки. Этот? Вы представили? Все карты тройки. Все до единой. 36 карт троек. Точнее, 52 их здесь.
Подуй сюда, прям сильно-сильно. Ты тоже. Ты представила? Я представила. Окей, поехали. Все карты тройки. Сейчас, секунду. Ну, почти вся кого-то карта стала состоять в трое. Ну, хоть да, видео.